Здравствуйте, меня зовут Маржалол. Мы приехали из Узбекистана, город Бухара, в Инду, госпиталь, Манипал. У меня состояние было вообще очень тяжелое. Я приехал сюда на коляску. Я не мог ходить сам. У меня этот, как называется, болезнь была онкологическая. Мы приехали сюда, в Манипал госпиталь. Мы встречались здесь с первым доктором, этот онкологический хирург, доктор Вачпай Пиуш, извините, Шубам Джаин. Ну, у него отношения были с нами очень хорошо. Я никогда не видел такие докторы, у него отношения. И еще, как сказать вам, ну, очень хорошие у него было отношения с нами. Я много стран были, они мне гарантии ничего не дали про болезни. Шубам Джаин сразу мне дали 85% гарантии про болезни. Потом они решили, меня отправили на второй доктор, этот Вачпай Пиуш, химиотерапия. Ну, они посмотрели мне мои болезни, там все, они решили 4 круга химиотерапии надо взять. Я получил 4 химиотерапии. После этого у меня не было никаких боль. Потом еще решили, доктор Шубам Джаин, операцию надо делать. Ну, слава богу, у меня операцию делали, все было отлично. Ну, спасибо им, спасибо Манипал госпиталу, чтобы сейчас у меня здорово, все отлично, слава богу, спасибо бригада Шубам Джаин, спасибо бригада Вачпай Пиуш, всем-всем спасибо огромное, я им благодарим, чтобы они мне дали второй жизнь. Ну, я рад слышать им. Спасибо всем. Mitchell came to us in the OPD on a wheelchair. When he had come, he did not have a corona diagnosis. All he had with us was for a retroperitoneal mass, which is a mass in the back of the abdomen, and because of weakness in his lower limbs, he was wheelchair bound. When we evaluated him thoroughly, we found out that he is actually suffering from a rare kind of a testicular cancer, with his testes being actually normal. It was very interesting the way in which we diagnosed him, which was basically a CT-guided biopsy that led us to understand the nature of his disease. All his investigations apart from that, the blood investigations, the ultrasound of the testes, everything else was normal. So relying on the findings of the biopsy result, we started him with the chemotherapy, which significantly reduced the size of the lesion. And that is what prompted us to offer surgery to Mirzalol, which was fairly complex with the involvement of a part of the intestine with the mass as well. Fortunately for us, the surgery went well and he recovered also beautifully. And today I am very happy that Mirzalol has recovered and will be travelling to his country soon.